все дело в печи. Можно смотреть вечно, как на огонь. Эксклюзив. Потом вот так они вешаются, подвешиваются и покраска. Вот это вот сейчас делается с лестницей, подставка в город Казань. В Казани привет нашему подписчику. Подставка и шпулеры. Я так понял, сейчас делают подставки под емкости. Вот, смотрите, под лестницу вот такие идут удлинители, основы, то есть можно регулировать саморезы. Бывают неровные поверхности, и они вот тут снизу вставляются. И вы их по месту саморезу не прикручиваете. Так сказать, высотой, если неровная площадка. Покраска в полный рост идет. Вот они, качели. Качели, качели, одни качели. Красим, красим целыми днями. Качели, подставки. Теплицы уже только заказные идут. А вот качели, подставки, только так путь. Кто говорил? Все, цинковка. И вот такие огромные, видите, теплицы. Подставки. Такие огромные, так что работа вообще кипит. Так почаще говорю. Готовый продукт. Качели. Лавка под качели. Так упаковывается. Вот смотрите, видите, покраска полимерно-порошковая, и вот из чего делается оцинкованная труба, видите? А вот это вот уже готовая, шоколад цвет. Кто спрашивал, почему цены? Потому что цена трубы охренительная. Порошочек нанесли, сейчас камеру и получаем готовый результат. И работаем. Только качество. Такие подставочки. Основания.